Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, проект разрабатывался уже достаточно давно. В течение нескольких лет над ней работали эксперты нашей страны, представители различных государственных органов. Всего было задействовано практически все члены Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности при ее разработке. Также члены научно-экспертной группы при государственном статусе Совета безопасности Республики Беларусь, которые значительно дополнили, расширили концепцию информационной безопасности, все ее положение, чтобы она отвечала современным международным стандартам в этой сфере и чтобы привести ее к тем требованиям, которые на сегодняшний день ставит глава государства в сфере обеспечения информационной безопасности. В основе концепции находится результат аналитических исследований государственного секретариата. Таких исследований было проведено порядка 20 по различным аспектам обеспечения информационной безопасности. Они касались и информационно-психологического воздействия, правового регулирования безопасности в сети интернет, различных аспектов, связанных с преступностью в информационной сфере. Кроме этого, основные положения концепции информационной безопасности прошли апробацию на различных международных конференциях, мероприятиях международных в рамках Организации договора о коллективной безопасности, в рамках различных мероприятий в формате СНГ, Парламентской ассамблеи, ОДКБ. Таких мероприятий прошло порядка 30. Кроме того, различные положения концепции были опубликованы в ведущих изданиях научно-прикладных. Тоже несколько десятков публикаций по этой теме уже было. Это позволило придать, конечно, такую более полную, развернутую основу, да, чтобы там были не только оценки государственных органов, но и экспертного сообщества, и в том числе ведущих ученых. Концепция создаст основу для более эффективного обеспечения прав всех субъектов, которые участвуют на сегодняшний день в информационной сфере, в сфере информационных отношений. И это являлось основной задачей концепции информационной безопасности. Был проведен комплексный анализ зарубежного опыта, всех подходов. Есть несколько моделей к обеспечению информационной безопасности. И, исходя из этого, конечно же, был сделан наш национальный продукт. Он впитал в себя все, скажем так, достижения, которые на сегодняшний день есть в этой сфере. Ну и, конечно, есть и наша уникальная специфика, то, чего нет в других документах доктринального характера в этой сфере, о чем сказал государственный секретарь.